место для диалога, для спокойного разрешения ситуации, чем просто В ревность любом и негодование. случае, я не считаю то, что отношения, даже если у нас будет с тобой отношения, то мы не должны молчать вообще. Будет проблема, будет обида, надо разговаривать, не надо молчать. Мне кажется, разговорами можно многое что решить, очень многое что решить. Правильно? Но это факт, да. Вот. Поэтому я хочу, чтобы у нас в вашем общении присутствовал диалог постоянно. Какие-то проблемы обсуждали свои друг друга. Но то мы и пара. Будем, наверное. Да. Но ты, главное, ври поменьше, и тогда все точно будет. Я врать не буду больше. Я же сказал. Сейчас подожди секундочку, я отойду. Я сейчас приду. Минуту. Это сумка не мужского пиалы. Да просто что угодно скажи, чтобы он офигел просто. Ну, например, что ты можешь сказать? Не, стой, ты еще раз сможешь, просто микрофон, видишь? А? Давай. Алло. Чуть не блеванул. Не смог рыгнуть, сори. Попал в газировки. А что он сказал? Он сказал что-то? Офиге. Ахмед просто в параллельную вселенную отлетел, мне кажется, в астрал с этого. Греча, спасибо. Спасибо, что посоветовала.